Поздний вечер, из окна на кухне тени зажигают свет. Сколько ни пытался разобраться в людях, я устал, отец. На моем пути встречалось много разные все. У каждого здесь своя правда, свой бог и свой цвет. Но как правильно жить, я так и не нашел ответ. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы рвать этот мир до костей, идут по головам, не жалея ногтей, и черта оправдают, лишь бы оседлать цели. Есть два типа людей, другие никогда не оставят в беде. Встающие за совесть и уперты за честь, смотри, не разорвись, между ними ее нет. В темноте пала звезда за горизонт. Ну а что, если каждому нужен отдельный подход? Ведь этот вроде бы соврал, но покаялся прям вслед. Этот вроде бы воровал, но исправился в момент. Этот с виду нахал, наплевал на всех. А поговоришь нормально наедине. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы лгать, пуская в глаза пыль. Другими всем казаться подбирать плотней. После навытворять, так что крыша в огне. И есть два типа людей. Другие никогда не подставят друзей. Не скажут за себя, не утушат в ответ. Смотри, не разорвись, между ними ее нет. Будь готов, наверняка настанет тот миг, когда ты останешься здесь совершенно один. И те, на кого ронялся, набили кошельки. И вроде всем вокруг плевать, свернешь ли с пути. Чтобы на своем стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы впрямь тебе до конца верить, берутся помогать, не замечая потерь. И их совесть чиста, как слеза матери. Есть два типа людей. Они могут прощать даже самых зверей. Те этим поживиться не упустят момент. Внутри не разорвись, между ними юнец. И есть два типа людей. Одни готовы рвать этот мир до костей. Идут по головам, не жалея ногтей. И черт оправдает, лишь бы оседлать цели. Есть два типа людей. Другие никогда не оставят в беде. Стоящие за совестью и пёртый за честь. Внутри не разорвись, между ними юнец. И есть два. Смотри, не разорвись, между ними юнец, yeah. Двое.